Приветствую всех зрителей моего канала, подписчиков, зрителей, гостей. И сегодня снова я выплыл на свой водоем в поисках хищника. У меня полдня выходных. Хотелось бы его провести довольно-таки продуктивно. Хотелось бы увидеть несколько поклевочек для того, чтобы получить удовольствие и отдохнуть немножко после рабочей недели. Вот рыбка плюхнулась. Я буду надеяться на то, что действительно мне повезет. Но если не повезет, значит не судьба, в принципе. Главное процесс. Вот. Начнем мы рыбачить, в принципе, все по старой схеме. Сначала обловим наши перспективные места проверенными наживками. Сейчас начну вот с такого силикона. Контору, я говорю, не буду пока называть. Со сетничком. Груз у меня порядка где-то 7-8 грамм. Рыбачу я без поводка. Возможно, кто-то скажет, это неправильно, кому-то так нравится, кому-то так, я вот рыбачу так. Если у меня там хищная рыба отобьет мой силикон, по большому счету, небольшая проблема. Но почему-то мне нравится рыбачить без поводка. Вот, у меня там есть полный набор силикона. И еще в рюкзаке, весь мешки у меня там немерено есть. Вот. К большому сожалению, я сегодня на рыбалке сам, мой напарник сегодня дома. У него не получилось выйти на рыбалочку. Так что я начну свою рыбалочку и постараюсь вам показать, что у меня получилось. Вот, уважаемые друзья, облавливая свое место, я менял периодически свои наживки. Сейчас вот на такую наживку у меня была хорошая поклевка. Правда, убежал судачок, но довольно-таки интересный. Где-то порядка килограмма. Но главное, что, видимо, ему моя наживка понравилась. Сейчас я вам покажу, что это за наживка. Вот такая наживочка. О, довольно интересный силикончик. Хорошая такая контора. Вот, кто знает ее, я называть не буду контору. Просто смотрите цвет. Вот пока она сработала. Посмотрим дальше, разловится или не разловится. После очередных забросок моего хорошего силикона у меня все, что вот осталось, смотрю, силикон. Откусил все-таки он. Кусок моего силикона, сейчас сделаем замену и попробуем порыбачить в этом месте еще дальше. Итак, разловил следующий свой силикон. У меня вон там в подсачке есть неплохой судак. Снова я не могу вам показать сам процесс. Я сделал массу замен силикона. Вот. Мало того, я поменял даже удилище. Я поставил свое более тонкое удилище. Сейчас покажу вам. Сейчас достану его, покажу силикончик и свою рыбку. Ребята, мой судачок. Очень даже неплохой экземплярчик, такой красавец. Вот зубасик, там такие зубки у него. Ой, чуть неудобнее было тянуть, я чуть задыхался, да? Вот есть такая рыбка. Все, я сейчас его поставлю в садочек и покажу вам, на что я его поймал. После длительных трудов все, что бы я ни делал, у меня поклевки были. Были в коряжнике, здесь у нас коряжник есть, такой небольшой, спасибо, ребята сделали. Вот все, что я не делал, у меня обрывало хвостики там туда. Вот, я оставался без своего классного проверенного силикона. Вот, и следующий заброс я вот поставил вот такую силиконочку. Вам видно прекрасно. На сетнике с незацепляйкой, потому что там коряжник. Очень даже неплохо сработала она. Взяла где-то на подходе к коряжнику. Очень, в принципе, я доволен. И по поводу удочки, да, у меня здесь две. Одна пожестче. Я уже как-то рассказывал. Та, что пожестче, у меня тест 2,20. Вот она, да. Там 2,20, 2,70 длины. А та, что покороче, у меня 2,40 длины. Лазербин. Вот с тестом, сейчас я вам точно могу сказать, 3,15. Она действительно такая, я ее называю сампливая палка. Но дело в том, что после многих забросов, потери силикона, я понял, что поклевка довольно такая слабенькая, неактивная. И на жесткий спин ее очень сложно определить. Тем более, что здесь глубина небольшая. Вот. И после того, как я поставил свою сампливую удочку, спиннинг, ну, в принципе, поклевку я увидел. Поймал и сейчас продолжу дальше рыбачить. Снова у меня в подсачке есть судачок, конечно, чуть-чуть поменьше, но поклевочка была. Вот самое главное, снова была перемена
силикона. Берет он, конечно, ужасно, я бы сказал, очень мляво, но тем не менее рыбка есть. Сейчас посмотрим его размерчик. Вот я взял судачка в руки. Отчетливо видно, как он взял мою наживку. И здесь прекрасно видно, что наживка не во рту у него, а сбоку. Вот почему происходит очень плохо поклевочка, потому что он ее берет, он бьет, видимо, сбоку ее, и очень тяжело его подсечь. Но тем не менее рыбка у нас на кукане или в садочке. Так что продолжаем дальше, еще время есть порыбачить. Обловив свое перспективное место, поклевки я больше не увидел, выкинул пару судачков, я переплыл на второе место, где я знал точно, что есть тоже коряжники. И вот буквально со второго заброса у меня есть такой судачок. Вот, и снова подтверждение того, что он не берет его в рот, он бьет сбоку. Вот в чем проблема, почему его так тяжело сейчас поймать, но тем не менее результат есть. Продолжим дальше. Итак, она меня обманула обратно. Вот все, что осталось от моего силикона. Вот такая сегодня у нас рыбалка. Сейчас пороемся в нашем мешке. Может, обнаружим еще в пачке несколько таких силиконов. Да, рыбалки бывают разные. Обловим свое второе место. Вытащив оттуда небольшого судачка, я больше поклевки не видел. Там большие зацепы, я уплыл. Нашел среди речки вот такие, там кладка стоит. И сейчас пробую ее обловить. Вот буквально второй заброс. И у меня в руках вот такой судачище. Я бы сказал, очень даже неплохой. Снова же силикон сбоку. Он его берет, не хотя. Во, пасть какая у него классная. Так что медленно, по чуть-чуть, но удовольствие рыбалки я получаю. Попробуем дальше. Вот мой сампливый спиннинг приблизительно вот так работает. Кому-то покажется это очень неправильно. Блин, я не могу показать. Ай-яй-яй. Потому что он очень сампливый. Но именно сегодня я и смог увидеть именно этим спиннингом все поклевочки. Судак брал насколько плохо, что я бы сказал, он вообще не производил никакой поклевки. Была просто вот тупо, как собака взяла в зубы и держит. Вот на более жестком удилище спиннинга практически этой поклевки незаметно. А заменив спиннинги на более, как я уже сказал, сампливый, у меня рыбалка увенчалась успехом, я бы сказал. Как ни крути, за 3 часа рыбалки я все равно имею там в садочке неплохих, даже не 3, меньше чуть, чем 3. И в садочке у меня там 4 судака. Были еще поклевочки. Вот. То есть я доволен своим спиннингом. Это вообще мой первый спиннинг. Я к нему сильно привык. И менять его практически ни на что не хочу. Хотя уже были предложения разные там. Ну, наверное, кто к чему привык. Глубина у нас здесь довольно-таки маленькая. Порядка где-то 1.5 метра. Еще илистое дно. Так что этот спиннинг отрабатывает себя по полной программе. Конечно, когда я чувствую, что есть поклевки хорошей особи, я сразу делаю замену на более жесткий. Ну а сегодня такой судачок, порядка там килограммчик, чуть-чуть побольше. В принципе, меня устраивает вполне этот хороший спиннинг. Сейчас пока поклевочка прекратилась совершенно, попробуем сменить место, развернувшись в другую сторону. Сменив свою позицию, как я говорил, я стал на старое, прежнее старое место. Это немаловажно, между прочим, для судака. Если вы нашли его в одном месте, не меняйте свою позицию. Он все равно где-то там будет, если вы видели неоднократную поклевку.
Ну вот, сменив позицию, я, соответственно, понял, что силикончик, тот, на который я ловил, практически рыба на него уже не отзывалась. Я сменил вот наживочку, и сейчас у меня результат вот такой неплохой, я бы сказал, даже судочище. Там, я думаю, килограммчика под 2. Сейчас я его вытащу и посмотрим, что у нас попалось. Да, я действительно не ошибся. Здесь как минимум 2 килограмма есть. Вот такой классный зверь. Вот он, силикон в этот раз. Он взял действительно с проглотом. Вот ему этот цвет подошел. И он его взял так хорошо. Ох, перышко расставил. Ладно, ставлю, а то тяжело его в руках держать. Вот такая-то сегодня рыбалка. Итак, уважаемые мои зрители, подписчики, любители рыболовы, моя рыбалка подошла к концу, но где-то там в небесах уже луна вышла, на улице уже практически сумерки упали. Я еще попробую порыбачить, но дело в том, что не смогу уже показать вам. Поклевки продолжаются, но они очень-очень хиленькие и тяжело очень ловить в коряжнике, когда ты иногда не понимаешь, поклевка это или зацеп. Но это все-таки поклевки, и я попробую еще разловиться, но, к сожалению, вам уже не смогу показать. Итак, у меня где-то там в садочке есть очень неплохие 4 судачка. В принципе, я наживку сегодня подобрал довольно-таки, я бы сказал, удачно. Она отработала свое, я получил большое удовольствие, чего же и вам желаю, отдыхать на водоемах, рыбачить и любить природу. Всем большое спасибо за внимание, ставьте свои лайки, кому понравились, удачной всем рыбалки и пока.